Здравствуйте! В эфире программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Вывезем весь снег на этой неделе, заявление вице-мэра Рязани Владимира Бурмистрова, избиение у торгового центра и массовая авария. И расскажем сходку происшествий. Приполненные контейнеры. Жители города снова жалуются на бытовую ситуацию. На этой неделе мы вывезем весь снег, собранный грейдерами и снегоуборочными машинами. Просим рязанцев обращать внимание на таблички в своих дворах и следить за объявлениями на сайте городской администрации, заявил сегодня вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Заместитель главы сегодня проехался по центральным городским улицам, и не все из увиденного его устроило. Сколько им отправили уведомлений вообще с начала года? Ну давайте примерно. А мы сразу на акт. А управление сколько? Я сейчас вот вам цифры назову, начиная с декабря каждодневных направляем, рабочие имеется в виду дни. Сотни, наверное, да, уже десятки. 5 уведомлений в неделю, больше 30 должно. На одной из центральных улиц города в Введенской снегоуборочный тупик. И вроде бы проезжая часть выглядит очищенной, коммунальщики старались, но сужение полос на лицо. 2 вместо 4. Еще 2 под солидными сугробами. Это зона платной парковки. Хозяин компании «Ростелеком». Вот только свою работу по очистке здесь делают спустя рукава. И это сразу бросается в глаза. Сейчас самый центр. Здесь ходит много людей. Просили их обратить внимание, прошло 3 дня, никто даже не выходил, даже пальцем не пошевелил. И видите, какая проблема? По вот этой улице у нас составлен? Нет. Составляйте сейчас прямо. Та же самая картина на площади Мичурина. Машины припаркованы буквально друг на друге. Сугробы высятся неприступной крепостью. Дисциплинарное взыскание своим, конечно, будет, но это тоже территория парковочного монополиста. Время привлекать надзорные органы. Центр города. Вопиющая ситуация. Дворовые территории убирают с разным успехом. Где-то, не дожидаясь реакции управляющей компании, площадку перед домом люди очищают сами и даже выкладывают свои успехи в социальных сетях. А вот во дворе дома на Радищева 12 оперативно сработали коммунальщики и даже получили слова благодарности от местных жителей. Вроде про входные группы раскрыты, да? Прочищенные дороги, пешеходные тропинки. При таком снегопаде еще более или менее, да, удовлетворительно? Отлично. Спасибо. Еще одну отличную работу по уборке автобусной остановки в местечке Борки едва не приписали тем, кто ее не делал. Все разъяснил местный житель Николай Игнатов. Эмоциональный альтруист даже оборудовал свой УАЗик специальным ковшом. Теперь готов чистить все вокруг. Безвозмездно. Спасибо вам. От администрации города. Спасибо. Спасибо большое. Мы сейчас на контроль поставим ваш участок. Сегодня все выйдет. Здесь я могу сам чистить. Даже бесплатно. То, что остановочку почистили. Я и буду ее чистить. Очистить пешеходные переходы и остановки – недельная цель управления благоустройства. Следующие снегопады ориентировочно ближе к 20-м числам, поэтому еще одна нота Бена – вывести все, что сгребли. Впрочем, техника и так работает с максимальной эффективностью. В 3 раза превышены нормативные осадки на месяц. То есть мы вот этот месяц работаем на запредельных возможностях. Все силы и средства, которые можем, привлекаем. Всех, кого можем, коммерческие структуры, всех задействовали тоже в уборке снега. И когда сами люди, горожане, выходят с лопатой, это очень сильно приветствуется. Мы их благодарим за эту работу. Мы понимаем серьезность ситуации, боремся со стихией. Вас просим не критиковать, а где-то помогать, также давать сигналы, где мы должны обратить внимание. Мы все эти сигналы учитываем. Самая важная просьба к горожанам от властей – внимательно следить за появлением табличек у парковок. Каждая улица учтена, время вывоза сугробов с улиц будет указано персонально. А еще за расписанием уборки можно будет следить на сайте Рязанской администрации. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Драка у торгового центра и большая авария. За прошедшую пятницу и выходные в регионе зарегистрировано 5 ДТП. В результате 1 человек погиб. Далее расскажем про все происшествия подробнее. Утро понедельника начинается не с кофе, а с массовой аварии. Произошла она на Солочинском мосту в 8 часов 20 минут. По информации ГИБДД, аварии было 2. В них участвовало 7 автомобилей. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. А вот статистика по авариям выходных дней куда хуже. 14 февраля примерно в 16:40 в городе Рязани у дома номер 1 по улице Синая произошло столкновение 2 легковых автомобилей – Рено и Лада Калина. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась
пригазовалому пассажиру автомобиля «Рено». В пятницу произошла авария в Шиловском районе. Водитель автомобиля «МАН» не выбрал безопасную скорость движения по заснеженной дороге и наехал на остановившийся на проезжей части автомобиль «ДАФ». В результате ДТП водитель автомобиля «МАН» погиб. По факту всех аварий проводятся проверки. В условиях зимнего времени года водителям следует пересмотреть свой стиль вождения. Необходимо в обязательном порядке соблюдать боковой интервал, дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, особое внимание обратить на соблюдение скоростного режима и не выполнять резких маневров перестроения для того, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения. Но не только авариями запомнились выходные. 14 февраля на парковке торгового центра произошла драка. Делом заинтересовалась полиция. В ходе мониторинга материалов в сети интернет сотрудники полиции зафиксировали сообщение о избиении мужчины на парковке у торгового центра «Премьер». На данный момент о подобных событиях от пострадавших заявлений не поступало. Однако сотрудники полиции зафиксировали это сообщение в установленном законом порядке. Сейчас полиция проводит проверку и уточняет все обстоятельства случившегося. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Переполненные мусорные контейнеры на улицах города все еще встречаются. Жители жалуются на эту ситуацию после выходных дней. Анна Герцовская побывала на таком адресе. Птицы, бездомные животные – частые гости подобных площадок для вывоза мусора. Эти переполненные контейнеры расположены на улице Кольная рядом с домом номер 75. Жильцам уже некуда выбрасывать бытовые отходы, поэтому некоторые люди складывают их рядом с мусорными баками. Такая ситуация, по словам местных жителей, наблюдается здесь в определенные дни. Бывает выходные, такое бывает. Выходные или праздники. Это не единственное место в Рязани, где после выходных можно увидеть переполненные мусорные баки. Подобные ситуации регулярно повторяются в разных районах города. Некоторые горожане уже на протяжении года связывают проблему переполненности мусорных баков со сменой регионального оператора по вывозу мусора. Однако в этот раз люди сделали скидку на снежную погоду, которая установилась в нашем городе. Так вывозят, все нормально. Только, может быть, сейчас в связи со снегом так много, а так у нас чисто всегда здесь. Вообще все время возили. Все, каждый день все было. А вот на днях уже... Три, наверное. Вот в связи с этим снегом, наверное. И была площадка не расчищена. Вчера все расчистили и половину забрали. А ведь опять уже все накидали. Фото, появившееся в воскресенье вечером в соцсети, говорит о том, что контейнеры были переполнены и окружены мусором. Сейчас вокруг баков отходы убрали, но сами мусорные контейнеры остались переполненными. Жители надеются, что данная проблема будет решена в ближайшее время и мусорный коллапс в этом районе больше не произойдет. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этой неделе россиянам придется поработать 6 дней. Помимо классической пятидневки с понедельника по пятницу, к трудовым будням добавилась суббота, 20 февраля. Но рассчитывать на короткий рабочий день не стоит. По закону сокращение может быть только в предпраздничный день. Но работодателям никто не запрещает проявить инициативу и дать сотрудникам возможность уйти пораньше. Следующая рабочая неделя начнется со среды, 24 февраля. А ждать новых длинных выходных недолго – 3 недели. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до 4 дней – с 9 по 12. В мае первые две рабочие недели также будут 4-дневными. С 2011 года в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Связана дата с выводом советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. С той войны на родную землю никогда не вернулись 14 тысяч советских солдат и офицеров. По традиции, 15 февраля на площади Маргелова в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу рязанцам, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Эта дата приурочена к 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч советских военных не вернулись после этого вооруженного конфликта. Глава региона Николай Любимов отметил, что рязанские воины всегда и везде проявляли мужество и отвагу, героизм и честь. И сейчас россияне продолжают показывать себя с лучшей стороны. Сегодня наши солдаты находятся в Сирии, где достойно выполняют свой долг. Их вдохновляет самоотверженность тех, кто прошел Афганистан, Югославию и другие горячие точки. Мы гордимся героями Отечества и всегда будем помнить их подвиг.
Слава нашим героям! Слава российской армии! В памятном мероприятии приняли участие представители власти, силовых структур, ветераны войны в Афганистане и других локальных сражений, члены семей погибших при исполнении воинского долга, боевых действий, их родственники, а также военнослужащие Рязанского гарнизона, представители вузов и общественных организаций. В ходе мероприятия был совершен молебен, и собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Памятнику воинам-рязанцам, погибших в локальных войнах, и вечному огню были возложены цветы и гирлянда воинской славы. Был дан троекратный оружейный салют. Анна Герцовская, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». 15 февраля – один из 12 главных праздников Православной Церкви – Сретение Господня. Согласно Святому Писанию, в этот день Пресвятая Богородица принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Славянское слово «сретение» переводится как «встреча». Встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Это событие описано в Евангелии от Луки. После совершения обряда в храме к родителям Иисуса подошел глубокий старик по имени Симеон. Это был один из 70 ученых, которые переводили Священное Писание с иврита на греческий. По преданию, когда-то во время работы над текстом он принял за ошибку фразу «Се дева во чреве приимет и родит сына» и собрался исправить «дева», то есть непорочная девушка, на «жена», что означает женщина. Но в этот момент к Симеону явился ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит своими глазами младенца и не убедится в правдивости пророчества. С тех пор праведник ждал рождения Мессии, тяготясь столь длинной жизнью. Взяв на руки Иисуса, Симеон, согласно Писанию, произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка». Философское значение праздника Сретения – встреча старого языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового. Верующие в этот день празднуют встречу с Богом. Есть несколько икон, посвященных Сретению. Это икона Богородицы, умягчение злых сердец, на которой Мария изображена с семью вонзенными в сердце мечами. Евангелист Лука написал, что Симеон, взяв на руки Иисуса, предрек его матери: «И тебе самой оружие пойдет в душу», подразумевая, что женщина увидит крестное страдание своего ребенка. Перед этим образом верующие молятся о прекращении вражды или раздоров в семье между супругами и родственниками. Еще одна икона, связанная со Сретением, Симеона Богоприимца. На иконе Симеон принимает Иисуса из рук Марии. В православных храмах в этот день служат праздничную литургию. Особо радостным и любимым праздник Сретения на Руси был еще и потому, что совпадал с окончанием жестоких холодов. В народе говорили: «Сретение, зима с летом встретились». Поэтому последние морозы и первые оттепели называли сретенскими. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и спокойных новостей.